Через тернии к звездам фестиваль спорта с таким названием сегодня стартует в Ханты-Мансийске. Его участниками станут более сотни спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Они приедут из 11 муниципалитетов Югры. В первый день спортсмены выявят лучших в соревнованиях по шашкам, дартсе и бросках мяча в баскетбольную корзину. Будут разгадывать кроссворды. Во второй день участники разыграют награды в новусе, шаффлборде и творческом конкурсе.